Лабораторная работа номер 4, то есть варианты работы с циклами, типовые алгоритмы. Итак, следующая задача – составить блок-схему и программу для решения задачи. Ввести n чисел, определить количество положительных чисел и, соответственно, суммы и произведения. Так, как будет выглядеть программа? Так, для этого начинаем с заголовка. Так, дальше нам понадобится следующая переменная. Это параметр i, параметр n, которые будут целочисленными. Для цикла с параметром. Так, нам понадобится сумма, нам понадобится произведение. Так, но количество, то есть мы возьмем k и допишем целочисленное. Так, и сделаем вещи с ценами. Начинаем писать тело программы. Пишем себе комментарий с помощью стандартного оператора вывода. Стандартного оператора ввода осуществляем ввод значений. Дальше обнуляем начальное значение суммы, обнуляем значение количества. Так, ну а произведение, соответственно, присваиваем равные единицы. Дальше начинаем писать цикл с параметрами. Изменение от единицы до n. Дальше операторные скобки. Для того, что необходимо будет выполнить несколько операторов цикля. Так, ну и первым делом опять пишем себе комментарий. Так, для этого воспользуемся еще одной переменной и запишем, соответственно. Так, ну а дальше проверяем условия. Если m у нас больше нуля, опять применяем операторные скобки. Так, k увеличиваем на единицу, и там мы считаем, сколько у нас положительных. Складываем сумму этого числа, если оно положительное. Так, и находим, соответственно, произведение. Так, вот вместо этой строчки можно написать вот такой оператор. То есть вместо вот этого можно написать вот это. Это процедура увеличения на единицу. Либо если через запятую ставите шаг, будет увеличиваться на определенный шаг. Так, ну здесь пока его
удалю. Так, ну и единственное, что осталось, это вывести результат. Положительное количество сумма. Ну и произведение. Так, запускаем программу, проверяем. Так, ну вот видите, то есть мы вот здесь вот забыли поставить end, потому что операторные скобки. Тот же самый принцип, то есть количество бегинов должно соответствовать количеству эндов. Так, заново запускаем. Все. Ну, допустим, 4 числа. Так, 1, минус 1, 0, 3. Так, ну и получается у нас, соответственно, результат. Произведение 3. Количество положительных 2. Так, вот мы выполнили основной этап выполнения лабораторных работ, после которого выполняются все остальные. Итак, следующий этап. По желанию можно выбрать электронную таблицу. Так, здесь пишем слово «параметр». Так, здесь пишем слово «значение». Так, здесь пишем «number». Так, у нас 4. Так, дальше обнуляем СК. Так, АП, соответственно, ставим равные единицы. Немножко поднимем. Так, параметр i меняется у нас от 1, соответственно, до 4. Так, дальше вводим значение, которое нам необходимо было ввести. А именно 1, минус 1, 0. И 3. Итак, введем, значит, значение m. Дальше вычисляем значение k. Так, здесь придется сделать под каждое условие. То есть при вычислении k условия, при вычислении s и при вычислении p, соответственно. Так, выбираем логическое. Так, ну а дальше проверяем, если m больше, соответственно, нуля. Тогда, если истина,
равна единице, если ложь, соответственно, равно нулю. Так, следующее действие. S равно. Опять проверяем. Если да, то... Так, если да, то равно. Так, если нет, соответственно, равно нулю. Так, ну и последнее действие. P равно. Опять проверяем условия. Так, возвращаем на место. Тоже возвращаем на место. Здесь равно единице. Так, ну и находим, соответственно, сумму. Блин, количество положительных. Так, ну и находим математические, соответственно, произведения. Так, ну и 2, 4, 3. 2, 4, 3 у нас получилось. Так, вот в чем заключается данный этап. Так, следующее оформление лабораторной работы. Текст в редакторе будет выглядеть следующим образом. Так, берем листинг программы. Так, дальше вставляем полотно для того, чтобы нарисовать блок-схему. Так, ну и опять вставляем фигуру начала. Так, следующее действие у нас будет вот M. Так, следующее действие у нас будет присвоение начального значения, то есть вычислительный блок. Так, следующее действие у нас будет цикл. Так, следующий блок опять у нас будет вот. Так, следующий блок у нас будет условия. Будет условия. Так, опять у нас будет вычислительный блок у этого условия. Так, дальше опять у нас будет вывод. Значений. Так, ну и конец. Так, ну и соедините линиями, то есть соединяем последовательность выполнения алгоритма. Так, следующее. Так. Так, стоп.
блок цикла. Так, дальше. Выход из цикла на вывод значений КС и П. Ну и конец выполнения. Так, ну еще добавить блок, соответственно, правильный путь. Так, и заполняем, соответственно, текстовой информацией наши блоки. Так, М. Даже начальное значение. Так, дальше изменили параметры цикла. Единицы до L. Дальше вводится М. Дальше проверяется условие, что у нас М больше нуля. Дальше. Выполняется вычислительный блок. Дальше выводится на экран значение количества, суммы и произведения. Так, ну и заканчиваем выполнять. Так, ну и будет как выглядит, соответственно, блок-схема выполнения данной задачи.